От Хакасии до Крыма 1000 километров. Но в этот день, 5 лет назад, гордый полуостров стал частицей каждого российского региона. На Первомайскую площадь пришли сотни человек, некоторые целыми семьями. Большое событие, большой праздник, потому что до сих пор это событие вызывает радость и даже слезы. Поэтому я радуюсь, радуется, надеюсь, вся страна, вся Россия. Крым, он всегда был российский. И как бы истина восторжествовала. Он вернулся в свою, как бы, это, в свою семью обратно. Ну, это просто наша страна стала могущественнее, намного больше. Я думаю, что это миллионы людей, которые могут уже с нами вместе жить так же, как мы живем, хорошо. Молодежь устроила на площади флешмоб. Школьники и студенты, больше 20 человек, представили танец «Россия». Перед собравшимися выступили очевидцы тех событий. 5 лет назад в Крым отправилась делегация из Хакасии, в составе которой были артисты, спортсмены, представители власти, журналисты. То, что в Крыму было действительно единение народа за присоединение к России, это чистая правда, это абсолютная правда. Вот расскажу такой маленький эпизод. Мы шли в 10 вечера по гостинице, просто шли, уже стемнело там, и проходим мимо компании молодежи, просто во дворе сидят. Как они нас вычисляли, мы не понимали, но тем не менее в спину нам кричали: «Да здравствует Россия, слава России, мы завтра будем в России». Сейчас наша республика активно развивает культурное, социально-экономическое сотрудничество с Крымом. Первый раз ведущие солисты Республиканской филармонии посетили Крым накануне референдума, а после присоединения полуострова приезжали еще и в Севастополь со своими лучшими концертами.